Дорогие друзья, всех приветствую! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас мотивация на уборку на кухне. Вот такой у меня фронт работы. Давненько не заглядывала здесь на генеральную уборку на кухне. Будем убирать только поверхности со столов, перемывать фартук, столы, фасады. Внутри в шкафчиках сегодня перебирать я не буду, так как это займет еще около часа вашего времени. На расхламление внутри шкафчиков будет отдельное как-нибудь уж видео. Сегодня я пришла с ночи с работы и что-то так умоталась на работе, пришла и сразу выключилась, уснула. Легла, получается, начало 9 утра спать и проснулась где-то 12:30. И то, если бы старший сыночек меня не разбудил, я бы, наверное, спала бы дальше. Говорит, мам, уже почти час, хватит уже спать. Думаю, да, действительно, хватит уже спать, так как запланировала сегодня убраться на кухне. Вообще, ребята, еле проснулась. Вот я вообще не люблю спать днем. Вот, или с ночи, когда редко сплю, но вот что-то вот уснула, и потом я тяжело просыпаюсь. Очень тяжело просыпаюсь. Если проснусь, то прям хожу никакая, вот ничего не могу, сил нету, то ли спала, то ли не спала, то ли день, то ли ночь, то ли утро, какая-то вот такая вот хожу. Тут сама себя взяла в руки, думаю, раз запланировала уборку на кухне, думаю, надо уже приводить себя в порядок, просыпаться и вперед в бой с песнями. Кухня — это такое место, наверное, которое очень часто, очень быстро, как говорится, захламляется, загрязняется. Тем более детки, где-то и пакетики с чаем брызгают на шкафы, где-то на стенах, даже на обоях вытирала. Где-то ложку не домыли, где-то кружку не домыли, где-то стол не дотерли. Поэтому как бы мальчики есть мальчики. Конечно, это мальчики. Я не претендую ни в коем случае на то, чтобы они мне там генералили на кухне. Или чтобы там мыли, все отодраивали все фасады и столы, и фартук. Это, конечно же, моя работа. И так огромное спасибо сыну, что он ежедневно моет посуду. Потому что бывает, то я на работе, то еще что-то где-то, то нет времени просто. Поэтому он сам как бы моет посуду. И на этом огромное спасибо. Поэтому генеральная уборка, конечно же, на мне. Так было и так будет. Начинаю протирать фартук с угла, потому что сняла навесную полочку. И сейчас протру фартук тут и полочку верну на место. Полочку покупали мы тут в Галамарте. Прикольная полочка угловая. Мне вообще нравятся все такие полочки, всякие блестящие вот на рейлинг, которые вешаются. Складываю всю посуду на свою незаменимую сушилку. Не знаю, она мне нравится. Хоть кому как, кто что писал, мне нравится. Ой, посуда, конечно же, это за один день, за сегодня. Рюмочка, это вы не подумайте, что у меня рюмочка. Как у меня сын говорит, мама, почему рюмочка в грязной посуде? Вы что, водку пьете с нее? Я говорю, нет, я в нее наливаю растительное масло. А Дима вообще приловчился туда пакетики складывать чайные, бэушные. Вот такая вот подставочка у меня, которую я мою. Тоже ее покупала в Галамарте. Вообще прикольная штука. Здесь вот фейри поставить и губку положить. Я вот ее ставлю на угловую полочку, поэтому мне нравится. Приступаю к самому моему нелюбимому. Это газплита. Сегодня решила также замочить решетки эти. Опять-таки пользуюсь средством, которое брала в Доброцен. Антижир какой-то для мытья газ-сплит, духовок. Теперь замачиваю сами решетки. Еще раз обрызгиваю их и в раковину складываю, чтобы они немного отмокли. Чтобы жир отъела, нагар весь отъела. Ну, конечно же, их лучше, я сделала вывод, их лучше не вот так пшикать, а даже вот этим средством, которым я всегда пользуюсь, Faberlic, им лучше намазывать, намыливать губку и лучше им намазать. Намазывать и оставить на какое-то время. Потому что вот так вот, что у меня в раковине полежали, как бы неудобно это все брызгает в разные стороны, как бы мыть неудобно, места мало в раковине.
Сейчас вот решила натереть фартук. И, кстати, что хотела сказать. Вот в прошлый раз тоже фартук мыла вот этим средством, тоже с Доброцен, наверное, или с Фикс Прайса, не помню уже. Когда оно все высохло, какие-то остались белые разводы. Я на этот раз уже решила взять средство для мытья стекол. И когда высохли фартуки, я их попшикала этим средством и протерла сухой тряпочкой. Как стекло натерла. И вот получила тот действительно реальный эффект, который вот блестящий, как зеркальные фартуки у меня опять стали, как изначальный был у них вид. Поэтому, ребята, если остаются такие разводы, очень хорошее средство. Это средство для мытья стекол. Очень даже классно получается. Начисто все оттирает. Обратите внимание, какая стекает грязь с этих решеток. Немного у меня постояли. Все равно, хоть какую-то часть нагара и жира я отмыла от них. Прям черная вода, перчатки все черные, губка вся черная. Ну, как бы вот все равно какую-то часть нагара все-таки отшоркала, отъела мое средство. Но, конечно, лучшего средства, чем от Faberlic, я еще не видела и не находила. Поэтому только им. Почему-то сегодня я решила пользоваться дешевым средством. И вот тоже стекло, кстати, на газплите тоже все у меня в разводах. Да в разводах не знала, чем его, как его довести до ума. Потом вот, когда фартуки протирала средством для стекол, и заодно это стекло тоже на газу нашоркала, протерла, и прям вообще классненько. Все как новенькое, все идеально блестит, идеально без разводов все. Дотираю вот газплиту. Как бы уже остаточное такое протирание. Я сейчас буду вставлять все решеточки, все на место. Газплита у меня намытая. Но вот это то, о чем я говорила ранее. Взяла средство для мытья стекол и вперед натирать все фартуки, стекло на газу натерла. Средство для мытья стекол никогда не покупаю дорогое, никогда. Всегда беру самое дешевое в Светофоре или в Доброцене, где увижу. Ну, самое дешевое, никогда не беру дорогое, смысл вообще не вижу. Разницы тоже абсолютно никакой. Когда-то у меня давно еще было средство, которое дорогое. Ну, как-то почему-то разницы я особо-то и не видела. Поэтому сейчас вот никогда не покупаю дорогое. Беру самое дешевое. И как бы меня устраивает. Он так же самое работает, так же самое отмывает, начищает. Все до блеска. Вот еще одну полочку свою любимую протерла, блестящую. Очень мне нравятся эти полочки. Прям обожаю их. Добралась до следующего угла, конечно, здесь на столе. Тоже давно никто ничего не поднимал, никто ничего не протирал. Владюша посуду помоет, ну и то спасибо. Остальное там особо-то не зацикливается. Я тоже опять все забрызгиваю всяким средством с Фикс Прайса, чтобы какие-то жирные налеты стереть, пятнышки, какие-нибудь брызги. А потом я тоже здесь все натру средством для мытья стекол. И реально, ребята, эффект прям зеркально стал у меня. Фартук зеркальный прям стал, вот вообще. Не ожидала я, что можно обычным средством для стекол. Я случайно попробовала, думаю, дай-ка попробую, как оно будет на фартуке работать. Но сегодня в уборке я его не только на фартуке применила. Немножко дальше увидите, что я еще им натирала этим средством для мытья стекол. Перемещаюсь на следующую сторону кухни своей. Но вот опять, как всегда, в кадре тыква. Вот не знаю, сколько времени она у меня уже лежит, я все никак ей толку не придам уже. И туда, и сюда, с места на место ее перекладываю, эту тыкву, и в итоге ничего с нее не готовлю. Вообще даже не разрезала, может она у меня уже там испортилась, в квартире жарко. И не знаю, опять я ее спустила на пол до лучших времен, похоже, пока она не испортится. Наверное, испортится и выброшу ее. Сама я тыкву вообще не люблю, поэтому, наверное, она у меня и лежит до сих пор, что я ей не могу толку придать. Здесь фартук тоже весь забрызганный. Ваня чистил рыбу, и весь фартук у меня в чешуе, в рыбе, короче. Все, отмыла, перемыла. Там у меня кино идет, смотрю мелодраму.
выходной сегодня, хорошие фильмы по России, как всегда, идут мелодрамы, мыльные оперы, как Ваня говорит. Вот смотрю кино и слушаю, и смотрю интересные какие-то фильмы. В итоге я так ведь и не досмотрела, Ваня пришел с работы, и все, ля-ля-ля-ля, и не досмотрела. Вот сегодня, как я еще свое средство для стекол решила испытать, это натереть им фасады. Фасады же у меня гладкие, блестящие. Знаете, тоже вообще я довольна. Натерла все, нашоркала этим средством. Все прям идеально блестит, без разводов. И все пятнышки все оттерла этим средством для мытья стекол. Блин, шкафы высоко не достаю. Но уже стол не захотела брать. Уже, честно говоря, утопалась, устала. Поэтому так вот, сколько достала, протерла. Реально классно, мне понравилось это средство. И фасады тоже вот очень хорошо, МДФные вот эти фасады, вообще классно оттирает, натирает, не столько оттирает, а сколько натирает до блеска. Я результатом, ребята, довольна. Теперь у меня, похоже, средство для мытья стекол будет уходить в 2 раза больше, потому что я ему нашла новое применение на своей кухне. Принялась натирать нижние фасады. Тоже очень классно все натерла. Ребята, реально средство хорошее. В смысле, что не только для стекол, но и вот МДФные фасады. Тоже очень хорошо все натирает до блеска. И очень хорошо все очищает. Мне понравилось. Я прям довольна. Я прям теперь буду знать, как и чем намывать, натирать свою кухню. Конечно бы уже и не мешало разобрать все в ящиках, перебрать все, сложить заново. Но сегодня у меня не тот настрой, не то время, чтобы еще разбирать все в шкафчиках, в ящичках. Конечно бы, да, не мешало бы там уже разобрать. Газплиту тоже решила натереть этим средством для стекол. Раковину я мою содоэффектом обычным, дешевым. Раковину, кран, как бы хорошо отмывается, блестит. Столы все протираю, сейчас помою. И там мне остается протереть подоконник и разобрать в сушилочке посуду. Ну и, конечно же, протереть основной стол. Ну и полы, ребята, остаются. Начинаю разбирать сушилку. Тут начал составлять тарелочки. Тут смотрю, все что-то не по росту, все не так, все перебрала. Я люблю, чтобы тарелки мне стояли по размерам, все красиво, все ровненько. А Владюш у нас не зацикливается, он позакидал тарелки в сушилку и все. А если я лезу, то я уже все по порядку, по высоте, по глубине все расставлю как надо. Все, подоконник протерла, микроволновку по бокам тоже протерла. Вот микроволновка у меня, к сожалению, еще стоит не пристроенная. Уже Влад говорит: мам, когда вы уже оборудуете микроволновку, потому что я-то ею не пользуюсь, я могу и на газу что-то подогреть. А когда мы на работе, дети, получается, достают эту микроволновку, ставят на этот основной стол и подогревают себе еду.
А я же хотела заказать шкафчик себе здесь над столом, такой небольшой, но чтобы в нем было отделение для микроволновки. И все, никак я не могу. Ну, теперь все упирается, как всегда, в финансы. Тут у меня учеба. И теперь не знаю, когда я закажу этот шкафчик себе для микроволновки. Поэтому она у меня стоит там задвинутая на подоконнике. Ну, как бы без действия. Заключительная часть моей уборки на кухне — это, конечно же, мытье полов. Конечно, для вас это 15 там, или 16 минут уборки, а для меня это заняло часа 4. Я тут топталась по этой кухне, пока все отмыла, пока все убрала, перебрала, разложила по местам, пока натерла все шкафы, фасады и полы помыла. Поэтому для меня это практически прошло полдня, а для вас 15-16 минут. Вот такое вот у меня сегодня мотивационное видео получилось. Надеюсь, я вас смотивировала на уборку, потому что меня тоже, я хорошо мотивируюсь, лично я хорошо мотивируюсь на уборке после таких видео. Все, чистота и порядок, все, лишнего ничего нет, все красиво, чисто и уютно стало, фартук блестит, фасады блестят. Вот такое вот сегодня у меня получилось видео. Спасибо большое за внимание. Удачи вам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока.